Луна, получается, это ихняя? Ихняя. Без ножа зарезал. Ихняя нужно заменить на их. Слово ихняя отсутствует в русском языке. Павел Петрович Бажов, русский писатель, известен своими уральскими сказами, но я думаю, малахитовую шкатулку все знают. Так вот, были наши, теперь вон ихние. Ну вообще этот человек был весьма посвящен. Практически в каждом его сказе есть рептилии. Так, что тут у нас? Голубая змейка. Вот она, хвостатая. Хозяйка Медной горы. Получеловек, полурептилия. Где-то тут еще великий полос у меня есть. Вот он, великий полос. Так что слышка, мои малахитовые, наш великий и могучий русский язык настолько многогранный, многообразный и многоуровневый, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Хочу показать вам родной край. Это Бухтарминское водохранилище. Плотина стоит на реке Иртыш. Река Иртыш впадает в Обь. Это Ирий тишайший из славяно-арийских вет. Асгард Ирийский стоит ниже по реке Иртыш. Это город Омск.